Jesus. Бойцы одинакового роста, одинаковой манеры, судя по всему. Разница только в том, что один из них левша. Ну, чтобы вы различали, Бреа в синих трусах с белой полосой, он как раз и левша. В эту же стойку стал его противник. Достаточно редкий случай в ринге, когда двое левшей встречаются, и это создает проблемы для каждого из них. Неплохо Лопес достает. Достает слева. Последняя минута первого раунда. Пока что ничего не понятно. Имеется в виду, кто какой схемы придерживается. Главное попасть. Лопес попадает. Да, крепко встряхнула Бреа. Надо признать, что, естественно, у себя дома Лопес очень, что называется, мотивирован, заострен. Очень агрессивно себя ведет. И как можно было не увидеть эту атаку, честно говоря, мне трудно представить. Явно, конечно, атака, все было, просто можно было прочесть. Да, весьма бодро начался этот бой, два нокдауна в первом раунде. Должен вам сказать, что доминиканцы, в принципе, никогда не блистали на профессиональном ринге, хотя оттуда достаточно много народу вышло. Но вот как-то так. В этом Карибском бассейне есть два острова, где бокс имеет первостепенное значение для вообще мирового бокса, мне кажется, это Пуэрто-Рико и Куба. А все остальное как-то так вот не очень. Ни Гаити, ни Ямайка. С Ямайки, правда, кое-кто и появлялся. Ну, для начала хотя бы тот же Ленокс Льюис. Брео идет на обострение, без всякой надежды на успех. Но, в принципе, ему ничего не остается. Нокдауна не было.
Лопес, конечно, схитрил в начале боя. Вы помните, он вышел и первые несколько секунд провел как правша. И тут все стало на свои места. Опасно, опасно пошел головой Бреа. Бокс Пуэрто-Рико невероятно популярен. Я сейчас не буду перечислять всех великих бойцов, которые вышли оттуда. Ну, одного Феликса Тринидада вам напомню. Красиво получилось, прямо скажем. Здорово. Если нам дадут повтор, мы увидим этот хлесткий удар навстречу. Лопес выстрелил очень четко. И пуэрториканец начинает откровенно выцеливать. И вот вам результат. Если честно, то разглядеть, чем владеет Лопес, пока не удалось толком. Видно, что это боец внимательный, сфокусированный, с хорошим ударом. Но в тактическом плане никакой рисунок не просматривался вот за все эти раунды. Может быть, он просто выбрал самый простой путь к победе, который его к этой победе и привел. Да, это был длинный и жесткий правый удар. А мы с вами уже как-то отмечали, что, в общем-то, удар правой, то есть передней рукой у левшей гораздо сильнее, чем у правшей левой передней рукой. Это вообще закон бокса. В принципе, все хорошие левши обладали хорошим правым ударом. Давайте вспомним нашего Арзубека Назарова хотя бы. Дамы и caballeros, a los 2 minutos 24 segundos del segundo asalto por nocaut técnico. Технический нокаут на третьей минуте второго раунда. El orgullo de Puerto Rico, la nueva sensación puertorriqueña. Новая сенсация. Новая сенсация, пуэрториканская сенсация Лопес. Ну,